Невероятно богат и разнообразен животный мир нашей планеты, на которой гармонично сосуществуют миллионы видов животных, растений и насекомых. Подобное разнообразие форм жизни возможно только при существовании тонкого баланса различных факторов. Расстояние от Земли до Солнца, угол наклона земной оси, скорость вращения планеты, компоненты, составляющие ее атмосферу, вода, покрывающая 3/4 ее поверхности, все это лишь несколько кирпичиков, лежащих в основании этого тонкого равновесия. Моря, покрывающие огромную часть поверхности Земли, играют важнейшую роль в поддержании жизненного баланса на планете. Многие атмосферные явления, такие как дождь или ветер, формирование различных климатических поясов возможно только благодаря существованию морей. Более того, мировой океан – это дом, в котором обитают миллиарды живых существ. Формы жизни, живущие под водой на глубине 100 или даже нескольких тысяч метров, своим разнообразием ничем не уступают животному миру суши. Эти сокровища, скрытые в бескрайних глубинах мирового океана, предстают перед нашими глазами как доказательство несравненности и совершенства творения Аллаха. От рыб до водорослей, от моллюсков до гигантских китов, от дельфинов до планктона, бесчисленные формы жизни составляют часть безупречной экосистемы планеты Земля. Этот фильм дает всего лишь несколько примеров удивительной жизни морских существ, того, как эти подводные обитатели получают кислород и чем питаются, каково строение их тела и как они прячутся от врагов. Даже самые, казалось бы, незначительные детали доказывают тот факт, что все они были сотворены совершеннейшим образом для удовлетворения своих естественных жизненных нужд. Ибо и они, и мир, в котором они живут, были созданы одним Творцом. Создатель этот – всемогущий Аллах, ведающий обо всем на земле и под водой до самых мельчайших деталей. Среда обитания морских существ предоставляет им широкие возможности для пропитания. Однако чаще всего они тоже могут оказаться жертвой какого-нибудь хищника. Поэтому для морских обитателей жизненно необходимы механизмы самозащиты. У некоторых из них способы охоты и защиты от нападения совершенно уникальны. Хотя рыбы не обладают разумом, их поведение нередко кажется сознательным и показывает высокую степень организации жизни. Некоторые существа спасаются от врагов, маскируясь под других морских обитателей. Других же защищают ядовитые шипы. Третьи прячутся, демонстрируя замечательное свойство маскировки под цвет и характер среды их обитания. Этот метод называется методом камуфляжа. Камуфляж – это один из самых интересных способов защиты морских обитателей от врагов. Благодаря этому методу рыба может стать для хищника абсолютно невидимой. Ее тело может так слиться с окружающей обстановкой, что с первого взгляда будет очень трудно сказать, рыба это или водоросль.
Один из морских обитателей, защищающийся от врагов подобным способом, это скорпен. Скорпену, неподвижно притаившуюся среди кораллов, невозможно отличить от окружающей обстановки. Благодаря этому свойству ей удается избегать нападений хищников. В то же время способность сливаться с окружающей средой позволяет ей охотиться, оставаясь при этом совершенно незаметной. Скорпена, наверное, наиболее интересный вид в этом отношении. Передвигается под водой не плавая, а используя свои плавники как крюки, цепляясь за окружающие ее предметы. Двигаясь по морскому дну, она всегда на чеку. При возникновении опасности скорпена моментально зарывается в песок и становится невидимой для нападающего. Со стороны разглядеть неподвижную рыбу в песке оказывается почти невозможно. Следующий обитатель морских глубин, использующий камуфляж для того, чтобы скрыться от врагов, это краб. Почуяв опасность, краб зарывается в песок и остается в нем до тех пор, пока опасность не пройдет. Однако он не забывает следить за всем, что происходит вокруг, с помощью своих торчащих из песка глаз, специально созданных для этой цели. Камбала – другое морское существо, использующее камуфляж. В воде с этой рыбой происходит интересная вещь. Она принимает цвет морского дна, над которым проплывает в данный момент, и тотчас же меняет собственную окраску в соответствии с цветом морского дна. Находясь над песчаной,